То, что банки получают прибыль со вкладов своих клиентов, ни для кого не новость. Но вот то, что делали в омском филиале Росбанка, в буквальном смысле шокировало его вкладчиков. Менеджер проиграл 5 миллионов рублей, которые омичи положили на счета. Василий Пашуткин имел доступ к счетам клиентов и пользовался этим очень активно. На протяжении 7 месяцев прошлого года он реализовывал схему, которую, видимо, сам и придумал. Закрывал вклады омичей, открывал новые, но на меньшую сумму, разницу присваивал себе. Почти все деньги Пашуткин проиграл на ставках. На менеджера завели уголовное дело. На первом заседании в Куйбышевском районном суде мужчина свою вину полностью признал и даже возместил пострадавшим целых 16 тысяч рублей. Окончательная сумма ущерба еще устанавливается, а менеджеру грозит несколько лет колонии.